Добрый день. Сегодня хочу поднять такую животрепещущую для нас тему. Сейчас активно начался сезон. Мы подбираем комбинезончики вашим питомцам. Особенно это сложно делать, когда вы заказываете из других городов. Микочка, не бойся. Вот. И хотела поднять такую тему. Почему мы не подбираем размеры по длине спины? Очень часто пишут, какой нам нужен размер на спину 30 сантиметров, там на спину 32. Ну, 30 почему-то такая прям классическая цифра, чаще всего почему-то пишут. Объясняю, почему. Мы так на спину не ориентируемся вообще. В первую очередь нужно нам знать, какой вес у собачки и сколько окружность груди. Лекала у нас разработаны уже много лет, 15 лет. Мы работаем с маркой Puppy Angel. И я вас уверяю, что под все размеры уже 10 раз все лекала деланы, переделаны. И садится все это на собачек замечательно. Разных размеров, веса. Вот. Значит, показываю, почему мы не ориентируемся на спину. Обычно как происходит замер собаки? Так, вот примерно это делается так вами. Вот умерить, приложили хвостик. Вот 29 у меня получилось. Может стоять вот так вот. Я не знаю, там откуда обычно там начинает владелец прикладывать сантиметр. Ну вот примерно он стоит. Приложили. Там вот 31-32. Микки весит 2400 примерно. В принципе, он размер SM носит. Маленький чихуашка. Размер SM, да? Размер SM у нас комбинезон имеет длину 24 сантиметра. Я намерил 32. Естественно, вы когда переходите на сайт, вы открываете таблицу размеров, мы вам говорим ваш размер SM на 2400, вы говорите, хорошо, идете заказывать, открываете таблицу и видите, что SM 24 сантиметра. Вы говорите, нет, нам не подойдет, у нас 132, мы же знаем, мы померили. И начинаются долгие доказательства и прения на тему того, почему это не так. Там 27, может быть, да, вариант. Ну, смотря как вот он встанет, 28. Вот, вроде бы я как вот от ошейника мерю, где у него обычно. Вот, но вы поймите, что 28, и тем более 30, это размер ML и L в груди. Эта цифра будет у вас 44-46 у ML-ки и 48-50 это L на 30 сантиметров. На 30 сантиметров грудь будет у комбинезона 48-50. Меряем грудь у Микки. Микки грудь 33. То есть 33 это классический размер SM на спинку 24. Почему тогда в комбинезоне 24 спина, да? Показываю, как правильно замерить спину собачки. Вы ставите на 4 лапы, он не должен ни сидеть, ни лежать, он должен стоять. На четырех лапах. Вы поднимаете шею вверх и поднимаете вверх хвостик. Вы ставите собачку в стойку, чтобы он не горбатился, не выгибал спину. Собачка должна стоять вот в стойке, как на выставке. Да, ставит, видели, может быть. И мы начинаем замер. Вот он поднял шею, да, вот этот угол у нас образовался. Мы прикладываем. И поднимаем хвостик. Спинка вот прямая.
получилось у него 23 сантиметра. Вот. То есть 30 сантиметров изначально, да, как я вам показала, превратились в 23. То есть грудь 34-33 и спинка 23. Это классический размер SM со спиной 24 сантиметра. Еще будет там сантиметр на хвостик заходить. Если вы мне не поверите, а вы часто не верите и говорите, нет, все же у нас 30, мы возьмем L, то есть это на два размера больше. Это не значит, что комбинезончик просто будет чуть-чуть длиннее. Он будет просто огромный весь. Он будет больше в груди. То есть вот настолько, да. У него будут вот такие вот рукавищи. Ну, то есть Микки можно два раза будет в него завернуть. У меня нет сейчас комбинезона. Мы за городом находимся. Не могу вам показать. Ну, то есть он просто в нем утонет. Хотя, ну, казалось бы, там разница в размерах там незначительная в спине, по спине, да. Но в груди это очень много. Это просто полностью комбинезон будет больше в два раза. То есть, если я вам покажу, сколько 50 сантиметров грудь у Эльки. Вот. Вот так будет висеть комбинезон у вас до пола. Вот этот размер, как вы говорите, мы хотим на 30 сантиметров. Так что, пожалуйста, чтобы замерить спинку, ставим собачку стойку, поднимаем шею, поднимаем хвостик. Вот так вот упрямляем. Получаем корректную длину 23-24. И поверьте, что примерно по весу уже все можно определить даже без замеров. Что собачка 2-2-400 это SM, 2-600, там 3-700 это M, 4-4,5 это ML, 5-5,5 L, 6-6,5 XL. Да, вы, может быть, вы между размерами попадаете, когда вес пограничный, там вот, например, там 3-800, 4, да, сложно уже как бы так вот сходу угадать, какой будет по весу размер, нужно тогда ориентироваться на грудь. Комбинезон М грудь 40. Если ваши собачки 36, при 3800, 3900 весе, это еще размер М у вас. Если уже, конечно, 40, 41 грудь, 42, то ML, у ML комбинезона в грудь 44-46 сантиметров. Удачных покупок, да, Микки?